Так, Грим, привет. Решил я записать видосик со своими успехами. В общем, продвигаюсь, так сказать, в оружии. Делаю сейчас оружие. Вот я тут все его выложил, какое у меня есть. Вот. Но тут, да, есть всякие какие-то гранатометы, вот пистолетик есть, или что это? В общем, какое-то непонятное оружие. Даже есть вот что-то здоровое, типа базука. Вот. Но из всего этого я планирую использовать... Так, это что такое, дробовик, что ли? Из всего этого я планирую использовать только вот эту снайперку. Типа, вот я и даже к ней прицел присандалил сюда. Вот. Снайперку. И еще вот это вот. Блин, тут не видно. Короче, вот эту. Вот это белое. Вот это белое. Белое — это будет у меня лазер. Лазерка, которая будет, ну, как в Старбазе, на зажим. На зажим будет стрелять много пулек. Можно, конечно, было бы вот эту использовать. Но мне как-то она не очень нравится. Тут патроны какие-то. Вот у лазера не должно быть патрон. Можно вот эту, конечно, было бы использовать. Но здесь мне, вот это мне не нравится тут, потому что будет непонятно. Я эту анимацию, она меня достала, и тут нужно будет эти руки опять как-то вот тут расставлять. Тут она нестандартная ручка, вот эта вот. И будет сложно. Это гранатомет. Это вот типа пистолетик. Это базука. И это что-то непонятное. Это типа дробовик. Да, дробовик, ну и снайперка. Вот. Так, ладно, сейчас покажу, короче, запускаем. Сейчас покажу, короче, что у меня тут удалось добиться. Кстати, надо было, блин, надо было это убрать. Сейчас все поломается. Ну, давай. В общем, тяжело идет. Тяжело идет, потому что приходится очень много кода писать. Точнее, даже не то, чтобы много кода писать, а приходится как-то его продумывать очень сильно, потому что, ну, в общем, потому что можно сильно все испортить в самом начале, и потом будет вообще тяжко жить. Вот. Сейчас код тоже покажу, короче. Так, блин, вот два сразу появилось, короче, это я потому что включил, и надо все выключить их. Сейчас выключу, перезапустим. Короче, вот это должно быть выключено. Вот. Так, запускаем снова. В общем, сейчас код покажу, пока она грузится. В общем, что у меня тут с кодом? С кодом у меня тут полная. Ну, не так плохо, конечно, но... В общем, есть плеер-контроллер и вот этот плеер-аним-контроллер. Я их типа пытаюсь разделить. То есть всю анимацию, все, что связано с анимацией, вот в этот в плеер-аним-контроллер запихать. Вот. А значит, плеер-контроллер, он типа только... Он типа только кнопки с клавиатуры берет и управляет персом. Персом управляет, то есть он там ходит влево-вправо, там вверх-вниз летает. Вот. Потом, значит, что еще тут у меня? Ну да, стреляет, оружие, тут есть список оружия, там камеры, все вот эта фигня. Причем вот этот плеер-контроллер, он наследуется от базового плеера-контроллера. Вот. А этот базовый, он как бы предполагает, что от него еще будут, ну даже можно посмотреть, что у него два наследователя. Вот этот плеер-контроллер и other-плеер-контроллер. И вот other-плеер-контроллер — это уже другие игроки, как бы.
которые по сети, они как бы тоже получают вот эти данные с сети, input. Ну, там как бы вот эти вот там кнопки какие-то там зажаты, вообще состояние его. И типа, по идее, идея такая, что как бы вот этот other player controller, он то же самое делает, что и player controller, но только данные кнопок и состояние игрока он по сети получает. Вот. То есть идея такая, чтобы уменьшить количество кода, не разделять игрока самого и игроков других, которые по сети приходят данные. Но это ладно, это как бы... Я уже это тестировал, как бы оно вроде работает, но там дальше уже нужно оружие всякое, вот эта муть. Это я пока позже планирую делать. Сейчас я хочу просто оружие сделать. Короче, что у меня тут? У меня есть вот, значит, оружие какое? Оружие тоже я пытаюсь разделять. Оружие у меня есть, значит, вот базовый абстрактный класс оружия. И вот пока у меня лазер только. Лазер есть, но я планирую, значит, разные сделать. То есть будет лазер, он типа... Лазер, он типа зажим предполагает, а еще будет снайперка, которая одиночными стреляет. Ну и, возможно, какие-то еще другие. Вот. И суть в том, то, что здесь тоже вот есть этот анимация. И она тоже отдельно как бы. Я ее тоже хочу отдельно делать. То есть, в общем, анимация, как бы не хочу я ее вот сюда вот. Не хочу все в одном месте, хочу отдельно. То есть анимация должна отдельно быть. Вот. Ну ладно, в общем, посмотрим, что у меня тут есть. В общем, какие проблемы, значит. Так, свет выключаем. Какие проблемы? В принципе, так уже неплохо выглядит. Можно оружие менять. Вот. Правда, оно меняется... Ну, анимации нету. Просто мгновенно переключается и все. Но все равно уже неплохо. Вот, уже хочется на Б нажать, чтобы убрать эту хрень. В общем, все работает, в принципе, как бы дырки делаются. Я вот сейчас вот заморачивался, чтобы луч проходил туда вот, сквозь дырки. Вот если дырки наделать, то луч должен проходить туда. Он вроде проходит. Ну, не знаю, я вот думаю, что тут есть вот баг, короче... Как бы, да, вот видно, что как бы луч, он где-то начинается, а я просто близко стою. Ну вот, как бы видно, что он как будто сзади этой панели идет. Это неправильно. Он должен поверх всего быть, я так понимаю. Короче, в общем, надо это тестить, ну, фиксить в смысле. То есть луч... выстрела, он должен быть поверх всего. Вот. Тут какая проблема? Тут проблема такая, что вот когда вот стоит, ну вот несколько целей, то есть вот как бы я стреляю, допустим, вот я попадаю и в эту, и в следующую, как бы, а как бы луч, который вот, ну, выпускается, чтобы проверить коллизии, он как бы, даже если вот в эту дырочку я попадаю, он как бы все равно тут, ну, тут коллизия получается, потому что вот этот объект, как бы, он все равно тут присутствует, несмотря на то, что вокселей нету. Он как бы тут как бы попадает луч сюда, потом идет в воксели, смотрит, есть ли там воксели, если вокселей там нету, то луч как бы продляется дальше. Тут, кстати, можно вот эти включить, и будет видно. Ну да. Нет. Да. Нет. Непонятно. Почему не видно? В общем, я вроде делал, что видно. В общем, суть в том, то, что вот как бы как делать так, чтобы пулька как бы вот туда вот все эти слои проходила. Я что-то не знаю. Так, ладно, мы берем эти гизмусы. Вернее, я это сделал, но я думаю, может, это и не надо делать, как бы. Не знаю пока.
Вообще она работает. Проблема в том, что она тормозит. Вот, ну, то есть, как бы, вот это не мгновенно, особенно когда там туда далеко он уходит, это не мгновенно происходит. И когда вот сложные большие объекты, где много вукселя, оно медленно работает. То есть, ну, вот снайперка еще ничего, там можно стрелять, а вот на зажим, типа лазер, он как бы вот так вот не сможет пробивать. Ну, может быть, и не надо, как бы он будет, у него будет пробивная сила меньше, он будет просто типа выжигать маленький кружочек и все. Это-то вообще как бы далеко. Ну, то есть, если вот в бок стрельнуть, то вот она прям длинный делает damage. Вот сколько у нее energy. Кстати, я сделал, что у этого должна быть другая energy. Ну-ка. Что-то нифига. У этого еще больше. А, у него дырочка меньше, типа. Да, у этого дырочка меньше, а энергия больше. Но это неправильно, как бы. У него должна быть энергия тоже меньше. Он не должен пробивать там насквозь все это. Вот. Ну, в общем, ладно, как бы это я сделаю. Это я еще эффекты собираюсь сюда добавить. То есть у меня эффекты тоже есть уже. Я их купил под Новый год на скидках. Сейчас покажу, короче, эффекты. Так, эффекты. Короче. Блин. Эффекты. Вот это что ли? Еще звуки, блин. Да, вот эти эффекты. Вроде бы эти эффекты. Да, вот эти. Так, ну-ка. А я могу сюда, да? Ну да, вот такие. Типа вот такие лучи будут. Ну, прикольно, по-моему, вот так вот будет. То есть тут разные есть. В общем, какой-нибудь я подберу. То есть вот это неплохое. В общем, сделаю нормальные эти, значит, выстрелы будут красивые. Верните. Так, вот это надо убрать. Так, вот. Сделаю красивые выстрелы. Вот. Сейчас просто лучик рисуется. Вот. Ну, в принципе, так все работает. Оружие тоже работает. Как бы. Уже хочется дальше двигаться. Уже хочу эти корабли делать. Ну, то есть, начать делать уже вот эти вот. Как их называют, ну, всякие девайсы, то есть панели вот эти сделаю, потом сделаю какие-то базовые девайсы там, вот, и что еще, ну, и все, и да, и как бы корабли, строительство кораблей, вот это снаппинг там, вот это все вот, все вот это вот муть, все это. И в принципе так будет дальше. Вот, но дальше уже надо будет сетевое делать. Как бы сетевое это вообще отдельная тема сложная. То есть сетевое прям сложно будет. Потому что надо две копии запускать хотя бы, чтобы смотреть. И тут как бы нужен второй монитор по-хорошему. Вот. Вот так вот. Ну, так, в принципе, неплохо. Вот рука мне не нравится, вот эта левая. Она как болтается, как дерьмо какое-то. Так, где тут свет у меня? Вот. В общем, рука мне не нравится левая. Вообще какая-то она, блин. Вообще мне этот робот, на самом деле, не сильно так нравится. Я его только юзаю, потому что он дешевый был. Вот. Ну и вот этот баг тоже нужно фиксить, то что оружие смотрит и стреляет не туда, куда камера смотрит. Ну это ладно, это как бы, я думаю, я справлюсь. Вот.
Ну и все в остальном. Так, бег норм, бег работает. Вот тут вот как бы левая рука, она как-то глючит все-таки. А, кстати, вот наклоны есть. То есть можно сейчас подойти вот так вот к стене какой-нибудь. Где тут стена хорошая? Ну вот, к примеру, вот так подходишь к стене такой. Вот к этой. Такой. Опа! Ага, никого. В общем, сделал наклоны влево, вправо. Ну, как бы хочу вообще, хотел я изначально сделать как в PUBG, чтобы было. Ой, это, кстати, глюченный. Это, что-то у него глюченное. Он плохо вакселизирован. Хотел как в PUBG сделать, но чувствую, до PUBG мне как до луны пешком идти. Мне хотя бы хоть как-то сделать на самом деле. То есть вот эту стрельбу, вот это все взаимодействие как бы. Вот. Ну, а так, в принципе, работает. Вот, работает, чтоб, в принципе, летать можно. Я, кстати, посмотрел, вот в Старбазе тоже там, если быстро двигаться, лучики там тоже вот так вот они куда-то непонятно откуда летят. Вот. Анимация, да, ноги видно. Есть глюки, конечно, вот сейчас с левой стороны. Ну, короче, короче, в общем, тут много чего, над чем работать. Что сломалось? Блин, куда оно пропало? Когда Ctrl зажимаешь, пропадает экран, блин. А на Ctrl у меня вниз. Ну ладно, пофиг. Так, и кстати, вот это вот должно работать тоже. Ну-ка. Выравнивание, да, вот оно работает. То есть, ну-ка. Блин, вот зараза. Она. А, да. Нет, ну работает. Вот что-то как-то там вот луч непонятно откуда он пускается. Из-за этого он не всегда попадает. Он, видимо, из глаз, что ли. Ну, в общем, короче, это я уже давно делал, 100 лет назад. Наверное, самую первую фичу, как в Старбазе, я сделал вот этот разворот. То, что вот на Z нажимаешь, то, что в Старбазе на Q, и он как бы, ну, в общем, может бегать по стенам. Это, кстати, прикольная в Старбазе фича, ее нужно оставить, то есть можно вот так ходить по, ну, это космос все-таки у нас, и можно будет ходить по стенам, ну, и по потолку там, естественно. Вот. В общем, вот так вот. Ну, естественно, что выравниваться можно. Вот. Короче, работает. Работает, хоть как-то работает. Рука кривая, конечно. Анимация косая тоже. Перезарядки нету. Прицеливания на правую кнопку нету. Но зато есть damage. Damage воксельный. О, все, с Ctrl зажимаю, Shift зажимаю, и это, что-то переключается. Вот, воксельный дэмэдж есть, он работает, как бы, особенно вот на панелях хорошо работает. Что-то сломалось. А, там есть глюки, короче, ну это ладно. Там воксельные глюки, которые нужно зафиксить. Бывает, если вот часто очень стрелять в одно место, да, вот все, то там происходит, все вообще зависло. Звук-то вообще пишется. Что происходит? Происходит то, что один и тот же воксель начинает несколько раз удаляться. То есть он там в своем потоке, в отдельном, там порождаются потоки, которых воксели удаляются. И вот если в одно место стрельнуть, ну, если они не успели удалиться и туда стрельнуть второй раз, то ему поплошает. Вот в два разных можно стрелять, а вот в одно нельзя. Ну, не всегда это происходит. Как бы. Вот.
Ладно, в общем. Ну все, в общем, вот так вот. Дальше, значит, какой план у меня? Какой план? План у меня сделать оружие, да, делать. Хочу прицеливание сделать. Вот в прицел. То есть приближать должно. Потом хочу сделать, ну, возможно, перезарядку и патроны сделаю. То есть, ну, как бы это нужно, без этого невозможно будет играть. Патроны должны быть, перезарядка должна быть. Вот. Потом, что еще? Этот, ну, зажим на вот на это зажим будет. То есть зажимаешь и пошел, и он должен стрелять. Пиу-пиу-пиу-пиу. И сделаю еще третье оружие, маленький пистолетик. Ну, не пистолетик, а как бы вот этот девайс, который будет дырки, мультитулт, короче. Наверное, вот эту возьму штуку. Где она была? Вот эту. Или какую я хотел? Вот эту, что ли? Короче, какую-нибудь из них возьму. Вот либо эту. Это больше не... Либо вот эту. Ну, либо какую-нибудь другую, не знаю, посмотрю, короче, сделаю мультитул.